Включаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето, это с погодой повезло, дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жарко будет даже день. Впрочем, в той тени, где я пока, сухо и тепло, но я боюсь пока. Дни идут чередом, день едим, а три пьем, мы, в общем, весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне. Больше надежд нету, скоро кончится лето. Стройка, работает кран, и закрыт пятый год за углом ресторана. На столе стоит банка, а в банке тюльпана, на окне стакан. И так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет.